Всем привет, Екатерина. Конечно, меня здесь. Сегодня я в таком луке. Так, мы гуляем по Шибуе. Никто меня не пикапит, так что, видимо, ни мордашка, ни фигура я не дала. Ну, неважно. Я, в общем, забрела по пути в магазин. Я здесь уже была в одном из видео, когда в таком же луке, кстати, снимала. Ну, точнее, прическа была такая же, одежда была другая. Вот. И, в общем, решила показать вам нынешние цены. Так что мы в Алисабуте по минимуму, по максимуму продуктов. И тут в основном еда. В общем, цены в йенах, все за одну штуку. Ну, либо за пакетик, если это овощи, ну, трава. Вот, 260 почти йен за кусок маленькой тыквы. Ну, тыквы тут, по-моему, всегда были очень дешевые. Так, грибочки. Чеснок. Маяши. Маяши – это спасение для бедных. Они стоят дешево, калорий мало. И единственное, что к ним нужно привыкнуть. Они на вкус как трава. Или вообще без вкуса, я не знаю. В общем, научиться их нужно готовить. Умирающие бананчики, все еще стоящие дороже, чем были до этого. До этого, в смысле, до повышения цен. Салатики. Всякая японская штука, типа маринованных всяких штук. Я до сих пор не знаю, меммы, это что, бамбук? Не знаю. В общем, лапшичка, яйца вареные. Они очень соленые. Всякие коньяку, это типа губки. Я забыла уже, с чего она делается, кажется, из сои тоже. Ну, типа из тофу, но какой-то по-другому на ноги. Тофу это из сои. Вот. Такие вот цены. Соба, кстати, пока что нормально, но это не самый дорогой магазин, это Дон Кихот. Тоже спасение для тех, кто экономит, но тоже нужно искать. Что-то бывает здесь дешевле, что-то бывает здесь дороже, чем в других местах. Вот такие вот всякие салатики. И да, видимо, здесь у них бенто, но сейчас уже вечер, 10 час, поэтому уже ничего с толком не осталось. Натто. Пробовали вы натто? Я, например, не могу это есть, потому что я не могу есть то, что плохо пахнет. Просто по умолчанию, как бы оно ни было на вкус. В общем, это отдел тофу разнообразных. Сыр и масло. Сосиски еще забредают. Это сыр. Сыроголов, как у них, у нас нет. У них только либо тертый, либо плавный. Вот здесь всякие кисломолочные продукты. Вот это всякие пудинги. Раньше они стоили около 100 йен, а сейчас, вот видите, в полтора раза поднялось все. Какой-то огромный пудинг. Какой-то огромный пудинг. В сравнении Марокко. Тут всякие вкусняшки. Тоже на основе пудинга. О, эти штуки не подорожали. Это ролл-кейки. Как это по-русски зовут? Рулеты. Бисквитные. Всякие вкусняхи. Тут, кстати, еще нормально по ценам. Не сильно изменилось. Например, в моем таком же магазине, этой же сети, там уже подняли все. О, тут даже йогурт не подняли. Не сильно подорожал. Хотя, казалось бы, Шибу тут. Всякие какао. Не знаю, какао, наверное, неинтересно. Всякие приправки. Это тоже, наверное, неинтересно, как понять отца. Но на всякий случай. Чаёк. Чаёк. В основном тут зеленый. Есть вот муки чая, это пшеничный, кажется. Есть вот
кукурузный чай. Говорят, ну как бы его позиционируют как полезный. Кстати, надо будет попробовать, интересно. Когда будут у меня деньги? 300 йен. Тут есть черный. Черный? Нет, не черный, это ройбус. Ройбус от 686 йен. На большие цифры можете не смотреть, потому что это без налога. А без налога, по сравнению, не купишь, платить его надо. Это лапшичка. Всякий рис. И снова приправы. К макарохам. К макарохи, собственно, сами. Раньше было можно макарохи купить пачку за 100 йен. Но сейчас уже не особо получается. Даже здесь. Самое дешевое вижу под 158. Если длинное. Вот, а здесь всякие карри. Тоже раньше они были вот эти штуки все по 100 йен. А теперь нет. Соков тут, кстати, такой себе. Ну, в принципе, в Японии. В основном апельсин, яблоко, ананас и какой-нибудь тропик. Сейчас тропика не вижу. Ну и вот еще есть грейп. Виноград. Виноград они почему-то любят. Я вообще люблю, бывает. Итак, собственно, у нас разнообразие соков. Ну, в России. Гораздо больше. Так, пошли к другому соку. Нигири. В Нигири уже вон за сотку перевалили. Хотя были по сотке. Сотки, да. Обычные с солью меньше стали. Это что такое? Не знаю, что это такое, но что-то стоящее 300 йен. А, уже со скидкой. Прикольно. Ну, даже со скидками стоят. Раньше они стоили так без скидки. Даже дешевле.